Всем привет! Очередной тест. Смотрю, видео не мы вам не зашли. Так, ну это не суть. Показывать сути пока нечего. А задача у меня простая. Кстати, переделал. На длинной гайке кое-как выкрутил. Пришлось часть резьбы выбрасывать. Заклинило. Тут неважно. Топлю я большими комками угля. Сейчас закинул. Там вообще большие два. Пришлось обкладывать маленькими. Вот такие вот комочки. Без пыли, только комки. Колосник ровный. Только здесь кирпичи стоят. Из-за того, что подсыпается зла под дверцу. И все. А сегодня опять я переместил зону. Так, доработал маленько. Понравился старт. Единственное, старт на магазы до 300 бывает поднимается. Работает в трехходовом режиме. Пока еще не собирал на пятиходовой. Сейчас подложил угля комкам, потому как комки не горели нифига. Удлинил я участок. Собрал вот такие вот кирпичиками. Благо у меня с тестов нарезанных всяких разных есть. А здесь поставил отбойный кирпич, чтобы пламя факела сразу не било в теплообменник. По одной простой причине, будет локальный перегрев. Он будет кипеть. А так пламя хорошо вот видно, как оно закручивается, и так его там хватает, оно бьет во все стенки хорошо. Котел начал разгоняться, а то пришел, температура задана 50, стоял на 45, два комка закинул, они так горят, ну, не разваливаются еще. Комки я закидывал давненько. Планшетик у меня. Да, без 10 получается 5 я закидывал комки. Вот для себя этот учет веду. Так. А, ну да, уже у нас время 25.7. Да, время много уже. Пока играюсь, пока на улице потеплело, у нас минус 7 всего. Был мороз до минус 22. Как говорится, маленький факелочек, а температура в нем хорошая. Система разгоняет быстро. А минус топки. В таком варианте топить только комками и пылью я пока еще не пробовал. Сегодня переделал я опять зону. Самый подходящий сам канал. Сделал, как у Валерия Петрикова раньше был. А может, сейчас такой же. Вон. Как получается, два конуса на сужение. И потом еще вот здесь вначале поставил из кирпичиков вот эту детальку. Был у меня просто квадратный, 60 на 70, но его подсыпало. Я сегодня с утра сыпанул ведро угля. Мелочи всякой там пыли. Он, конечно, протопился долго, хорошо, но подсыпал изначально все и горел плохо. А когда кладешь одни комочки, камни, работает интересно. Он не кипит. Подкипания мне уже были. Интенсивное горение хорошее.
именно что вот он дает хороший старт, хорошую температуру сразу. Ну для этого надо, чтобы там в загрузке у нас слой более-менее был нормальный. Комки загрузил, как бы протопились они около 2 часов, обгорели не процентов на 30 всего. Но для меня температура маловато, температура упала до 45. Сейчас поставил на 55. Ну, в ночь все-таки прогреть. Ну, я позже приду еще, буду загружать. Покажу вам. Он чуть за 50. Под низ у меня стоит что-то процентов 80. 20% возвращаю обратно. Дома тепло. Смысла нет перетапливать. Как бы 50 хватит. Ну, поставлю на 55 пока. На ночь поставлю на 50. И, в принципе, у нас время еще есть. Сейчас пока на 50 его поставим. Вот он. В наглую его закрыл. Как он сейчас вести будет, пока я не знаю. Это только тест. Ну, лучше так не делать, как бы резко реакцию не тормозить. Ничего там хорошего нет. Сегодня перебрал все более-менее герметично. Сейчас у меня огня по бокам нигде вроде не вырывается. Стало получше. Сейчас он стабилизируется и будет потихоньку гореть. Горение интересное. Да, чем-то похож на пиролизный котел получается в работе. Но тут получается огонь уходит в бок. Хотя можно снять красивое, так и не поймешь, куда он идет. Цепочка болтается. На улице у нас опять ветрено. Ай, погода у нас то мороз, то ветер. Цель простая, комки, чтобы не ломать. И интересная разница по времени горения комка и дробленого угля. Вот мне товарищ наш красно-синий, ему без разницы. Но комки ему не идут. Из наклонной пластины, если комки большие, то будут подвисания 100%. Дробленку с пылью для него это прям лучшее топливо. Хочется попробовать сжечь все. Я там на завтра комок приготовил один целый, если тепло будет, то запихаю его. Прям один такой нормальный комочек. Но это будет завтра. Ну там стоп заходит. Сейчас активируем его. Я всегда делаю больше, возвращаю как мне надо на положение. Ставлю на 60, возвращаю на 55. Чтобы заслонка открылась и встала нормально. Ну так, мало ли. Ну вот. Тихонько активируется. И горит. А у меня получается вон ведро стоит. У меня лежало 2 комка, и вот сверху получается я маленько камней взял и загрузил на эти 2 комка. Ну, процесс пошел. И еще дымогазы в таком варианте ниже 120-130 у меня не падали сегодня. Ну то в том варианте, когда он топился.
даже когда стоп, есть горение небольшое, плавное, постепенное. Горит красиво, интересно. Наблюдать тут можно от начала до конца топки. А на дровах когда-то так растапливал, вернее, подкидывал дров, чтобы побыстрее его активировать. А пламя горело, интересно, вихрения были очень сильные. И весь бункер, этот первый ход был весь в огне. И поток был с двумя вихрями, левым, правым. Горел интересно. Вот фокус хороший. Практически реально пламя, как оно есть. Так, ну ладно, приду позже. Из плюсов стекло у меня еще пока не лопнуло. Сегодня забывал пол убрать. Так, ну ладно, приду попозже. Поснимаем. Всем доброе утро. Прошло 9 часов. Как и вчера загружал. Температура 40, на улице у нас минус 6 всего. Сейчас покажу вам остаток. Горения никакого уже нет. Ну, вот угольки еще есть. Сейчас на них прям загружу. Комков входит где-то ведра 2 с небольшим всего. Так. Так, сейчас посмотрим, что там осталось. По факту здесь вот кирпичик, ну как зола подсыпается прямо под дверцу, это плохо. И вот получается здесь вот такое вот широкое окошко, и оно клином уходит туда. Сделал именно широкое, чтобы оно вот и клином уходит. Было узенькое, его подсыпало и все. А здесь закинул маленько палочек. И остатки угля, мне там полвьюрка было, даже меньше, наверное, комочков. Ну, на пару часов не хватит. Все, закрываю. Ставлю на 50. Сейчас и полтинника хватит. Дома тепло. Разгорится. Сейчас окошечко протру пыльное. Пока не видать. Ну, шум есть. Одноходовой режим. А, кстати, в таком варианте дымогазы не падают ниже. Допустим, 40, а они были 60 почти. Вот растут хорошо. А, всю ночь стояла на 55. А, трубы стали остывать, почему пошел подложить. Ну, в принципе, время уже 5. Фух, можно и вставать. Да. Встаю все равно рано. Хотя вчера я до 7 спал.
Странно, огня пока не видать. Подождем. Не. Разгорается пламя мощное. Вчера не поснимал. Ну, котел разгорается очень быстро. Там дровишек мало, блин, совсем. Еще разгорится. Возвращаем обратно на 50. Мне больше не надо. Гори, начинается. Дымогазы тоже. Быстро. За почти 140. О. Пошло воспламенение. Хорошее. Газы надо закрывать сразу, потому что будет сильно быстро нагреваться. Вчера просмотрел, аж за 300 улетели. Ну вот так вот хорошо видать, как крутит пламя, бьет об кирпич, и два вихря по бокам. Оно не просто, говорит, свет, она закручивает. Говорит, красиво. Ну и температура в таком варианте растет очень быстро. Сто процентов не на систему идет. Дымогазы уже вон за 200 улетели. Ну так только на старте, а потом на поддержание там горение слабенькое совсем. Горит плавно, потихоньку. Что-то сегодня фокусироваться никакой не хочет. С дымохода дым есть, но стекло не коптится. Но я все равно как бы убираю, закрываю. Что-то резать их уже надоело. У нее вот маленькая пружинка есть. Хочу поставить между кирпичом. А чисто посмотри, как она нагревается, цвет металла будет какой. Но это будет позже. В таком варианте котел топится уже часов на 15. Общего.
Ну все, смысла нет дальше продолжать видео. Всем пока. Буду разбирать. Покажу. Ну там все просто.